Всем привет из Алании, мы в магазине Метро находимся, и сейчас у нас этот файл посвящен будет опять турецким сладостям, и прежде всего лукум. Из-за лукума я начал снимать, значит, смотрите, лукум 26 лир пачка. Сравнивайте с ценами базарными и делайте выводы. Хотя на базаре вам завышают, даже на то, что вообще ничего не стоит, скажут суперцены. 23 лиры. Такой вот. Как бы не дешево, блин, да, я согласен. 9.25. Меня спрашивают, где лукумы покупать. Друзья, я не знаю, но там, где они лежат на солнце, либо лежат в каком-то, знаете, хозяйственном магазине, эти пачки, блин, среди там товара, который совсем не из этой оперы, там бы я, конечно, его не покупал ни в коем случае. Уж лучше придите сюда, купите. Вот такие вот лукумы красивые. 18.60. Не, он, знаете, он, когда берешь, когда он реально вкусный, натуральный, свежий, он мягкий. Этот, давлю я его, не, он не продавливается. То есть, я не знаю, ну, долгоиграющий, короче. Вот, тоже на вид оно все красивое, да. Но, опять же, насколько понимаете, я даже не знаю, где покупать. Там, где знакомый ваш человек, который это все делает, или человек, которому вы доверяете, или там какой-нибудь продает человек из Узбекистана, который отвечает за качество, я не знаю. Ну, либо хотя бы здесь уже. 6 лир такое маленькое стоит. 7 лир. Черчилла здесь вот такая вот в коробочке есть. Вот такое вот порубленное с орехами. 14 пачка. Это 13.88. 3 черчилля. Они такие толстые. Так, дальше тоже не то. Здесь поштучно черчилла. 4 лиры стоит. Вот такая черчилина. Черчилина. Из шелковицы, да, получается. Разный сок. Интересно, такое вообще не видел шелковицы, чтобы была черчилла. Берем на дегустацию. Вот такой вот лукум какой-то почти шоколадный. 23 лиры. Смотрите, выглядит как шоколадная конфета, да? Апельсин, малина, здесь роза нарисована. Короче, в Метро приходите, что-нибудь вас этих сладостей себе выберите. 11.81. Пистачо. А, фисташки, поэтому дорогой лукум с фисташками. Нафиг они нужны в лукуме, собственно, вопрос возникает логически, правильно? Зачем фисташки в лукуме? 10 лир вот такой вот. Это вот что-то похоже прям на шоколад, я не могу понять, что это. Чивизи. Как масса, как шоколадная, знаете. Видите, что это? Пистина. Такая штука красивая, 12 лир стоит. Цены, друзья, я все забываю сказать. Цены, вот лира скакнула, не буду умничать, переводить в курсы, чтобы не запутаться. Допустим, была 5.15 в моей денежной единице украинской, 5.15, да? Стала 4.35 была лира. Цены в магазинах поднялись в среднем на 10 где-то процентов. Люди даже не замечают, еще никто не делал обзоров, не говорил, что цены поднялись. И сейчас лира стала 4.30, она поднялась до 4.70 почти вот в гривнах, да, и все за гривну. Ну, в других валютах то же самое все. А цены-то в магазинах остаются такие, как были, блин, понимаете, уж обидно просто. Изюм 4 лира вот такой. Изюм. Это что-то, а это тоже изюм, 29 лир большой. И это у нас, что это, даже не знаю, как назвать. Видите, какие здесь вещи есть, но это вот она. Типа лукума, как своеобразного. Так, не забыть опять это все, это так все раскидываю. Так, это я вообще вроде не брал, как оно ко мне попало. Чекме, чекме. Халва, терияги, 7.40. Дальше у нас идут... Да, ну и, короче, цены в магазинах продуктовых поднялись в среднем на 10%. Это, конечно, неприятно все. Совсем неприятно. И они, даже если лира сейчас восстановится, они уже фиг опустятся. Эти самые, блин, финики 39 лир, недешево совсем. Вот такие финики 8 лир. Тоже 8.
кренбер, этот самый, скажи, называется. Клюква, что ли, да? 7,40 клюква там в этом пакетике. 14,25 финики. Чернослив 22. Ну, совсем не дешевые цены, кстати, на эти вещи. Такие большие финики есть, он в коробке 3-килограммовой. Дальше идут сушеный инжир у нас тут. Инжир 25 лир, тоже я бы не сказал, что дешево. Чернослив тут, курага. Инжир тоже 25. Инжир 19. Инжир вот такие маленькие. Финики, инжиры, курага 20 лир. Курага 7,85, вот такая, вот это нормальная цена. Изюм огромный, такой 19,79, вот такой вот пакет. Здесь тоже инжир 46 лир цена. Финики 11. Чернослив 6, такой пакетик, кстати, совсем небольшой, 6 лир. Это что-то сушеное такое непонятное, 9 лир. Орешки здесь пошли уже, если я не ошибаюсь, да. Миндаль 22, фундук вроде. 15 и миндаль 22,5, фундук чищенный 34,700 вес, миндаль 79 в кило или больше. В пачках пошли орехи, фисташки 23, тоже я бы не сказал, что прям, ну, вернее, совсем не дешево. Конечно, все вы живете в разных местах, там, кто живет в Москве, конечно, у вас там все космос, но как бы я сравниваю со своими ценами, и это совсем не дешево, многие товары здесь, скажем так. Грецкий орех 36 лир кило, вот меня хоть с Украины вези, вот там, вот смотрите, 36 лир, сейчас я вам скажу примерно сколько это. Ну, это 200 гривен где-то, да, 200. Я могу купить в Херсонской области орехи по 10 гривен, там, по 15 легко. 200 и 15, разница ощущаете? Не знаю, сколько они там стоят в Москве или в Новосибирске где-нибудь, но, короче, в Турции они стоят дорого. Так красиво инжир здесь изображен, просто так его хочется. 46 лир, однако, и все, сразу переходишься. Ну, в общем, есть здесь что выбрать, домой, на подарки. Все здесь есть, конечно же, друзья. Поэтому по вашему кошельку, по вашим желаниям приходите, выбираете здесь все, что хотите. И, ну, русская речь тут повсюду, постоянно. Метро, в основном это я второй раз уже здесь, или третий, не второй, не помню какой, второй, наверное. И постоянно русскоязычные люди везде, просто постоянно, повсюду. Такая вот красивая штучка на подарок. Так и ждевает. С орехом. 20 шоколад с орехом. Так, это было у нас включение из метро. Пишите ваши комментарии, лайки, дизлайки приветствуются. И на таком вот большом чае, чай у меня будут еще файлы, блин, а всего-то 5 кило, такой мешок здоровый, 5 кило, и цена его 121 лира, если я правильно понимаю, этого 5-килограммового большого мешка. И будут обязательно выходить у нас файлы с чаем, с кофе, я буду показывать. Потом, что еще снимал? Еще снимал какие-то сладости. Все это будет, файлов из метро будет много. Все, спасибо за просмотр, друзья. На этом все. На этом видео. Это видео заканчивается. Увидимся. Пока.
Не забудьте написать комментарий, оценить это видео. Спасибо. Привет из Алании. Хорошего отдыха всем, кто сейчас здесь. Приходите в метро. Вход свободно, вы все поймете на входе. Можно даже не рассказывать. Ничего не нужно, чтобы сюда зайти, скажем так.